Всем большой привет! Давайте с вами полистаем каталог номер 11 в компании Avon. Каталог выглядит вот так. И начнем смотреть. Обещают нам безумный шопинг. Сразу первое, что предлагается, это помада Леди за 119 рублей. Хорошая цена. У помады небольшой стик. В ней всего 1,5 грамма. Вот такие оттенки. Тушь любая за 199. Для ногтей средства. Если где-то что-то будет не видно, спрашивайте, я в комментариях уже отвечу. Ароматы за 259 рублей. Есть новинка. Аромат ванили в новинку входит. Если я ничего не путаю, да, ваниль. Предлагают создать свой аромат, то есть брать некоторые 2 или 3 флакона с ароматами и соединять их между собой. Это туалетные водички. Они не очень стойкие, но вот можно поиграться, и ароматы будут свои. Любая за 375 водичка. Пурбланка и одна новиночка. Любая за 635, вода Persif Dew стали выпускать в 30-миллилитровом формате по эконом-цене. Из платьев осталось, по сути, только 2, красное и черное. Любой шампунь 99 рублей и объем 250 миллилитров. Гели по 75. Новинок уже не видно. Вот лимитированные новинки, которые были в предыдущих двух каталогах, их уже я не вижу. Прямо совсем быстро вывели. Спреи по 115 рублей. Для ног средства. Любой за 89. Тут Планета Спа от 109 рублей. Разные средства. Очищение от Кея и бальзамы для губ. Тоже такие знакомые ароматы. В эконом-версии за 350 рублей можно купить 30 миллилитров. Это выгодная цена, ароматы дорогостоящие, если брать в полноразмерной версии. Новинка идет, очень красивое платье за 1200 рублей. 50% всего вы заплатите, если купите товар на сумму 450 рублей. Очень симпатичное платье. И давайте я поближе вот так покажу. Что написано? И вот поближе ткань видно. Какая. Мили. В этом каталоге последняя. Раз можно обменять будут мили. И сколько бы вы ни накопили, за 2 мили можно взять любой из этих продуктов. Тут есть наборы, 2 набора и водичка. За 4 мили, соответственно, тут либо наборы, либо водички. И за 8 миль ниже. Если вы накопили, например, 6 миль, часто такое спрашивают, если миль 6, 8, 16 вы набрали, то вы можете, конечно, суммировать, то есть взять одно это средство, например, одно это, и главное, чтобы ваши мили соответствовали накопленным по количеству. Incandescence 760 рублей. Faraway предлагают за 700 рублей. Очень приятный аромат Viva La Vita. Мне он понравился.
Прямо очень понравился. С огромным удовольствием мы его использовали. Мы, это я и моя мама. Мы живем вместе. Дезодоранты с распылителем. И есть парфюмированные спреи. Две водички за 1800 ТТА. За 760 рублей 30 миллилитров водички. Ну, а с этой стороны немножко, конечно, отсвечивает. Но я думаю, все равно видно. Сегодня весь день дождь с грозой, поэтому освещение хоть и дневное, но приходится включать лампочку. Дополнительный свет, поэтому чуть-чуть отсвечивает. Attraction. Можно взять набор Summer White за 319 рублей. Водичку и дезодорант. Новинка. Мужская водичка за 400 рублей. В принципе, видно. Я долго не буду задерживаться. Водички мужские. В прошлый раз фиолетовая была в распродаже. Не знаю, это или другая. Сейчас в X-Series появилась новиночка. Серия люкс, кстати, вот уже сколько времени ничего не прибавляется, не убавляется. Как-то она стала неинтересной, потому что ее не обновляют. Мне кажется, уже пора бы ее либо обновить, либо что-то добавить в нее. Потому что как-то она уже глаза замылила. Ее быстро хочется пролистать. Ну, может быть, я не права, но вот у меня такое чувство. В этом каталоге новинок очень мало. Снова предлагаются. Вот новинка прошлого этого каталога. Матовый тон, легкий эффект загара. Вот такие две. Не знаю, пудра это, наверное. Пудра для лица с эффектом загара. Мне больше как будто бронзант или румяна такие. Ну вот в двух оттенках предлагают. И даже кисточку предлагают за 500 рублей. Чтобы набирать. Ну, интересно, кстати. Блестящий результат. Специальное предложение. Любой оттенок по 155 рублей. При покупке любого товара с определенных страниц. Это очень хорошее предложение, по крайней мере, вот для этой помады. Ну, для блеска, наверное, тоже хорошее. Но вот для помады я, наверное, воспользуюсь, не устаю. У меня был один оттенок, мне он очень нравился, и даже до пустых баночек дошел стик. То есть при моем изобилии помад это закончилось. Она, которая была у меня, была полу такая глянцевая, полупрозрачная. Глянцевая, полупрозрачная. Но оттенки все разные. Некоторые девочки говорили, что есть оттенки поплотнее и полегче. Серия Марк. Я не буду сильно торопиться, так потихонечку. Помады от Марк. Одни ругают, другие девочки хвалят. Ну, не знаю, можно обратить внимание, что здесь два вида помады Марк, и их лучше не путать. То есть какую-то хвалят, какую-то ругают. С эффектом объема есть 3,8 грамма, а есть максимум цвета, в ней 3 грамма. Вот такие вот две помады отличаются они самим стиком. То есть крышки у них
одинаковые, а стик, видите, низ белый, верх черный, а тут наоборот. Вот и вся разница. Одна обещает эффект объема, другая насыщенный цвет. Я хотела взять, и так в итоге растерялась, забыв, какую ругают, какую хвалят. Ну, в общем, вот так. Новинка. Рельефный румянец дарит свежий румянец и естественное сияние благодаря шелковистой текстуре. В трех оттенках. 309 рублей. Давайте поближе вам покажу, потому что, мне кажется, плохо видно. Вот такие три оттенка. Сейчас будет скоро загар. Румяна очень маленькие, 1,4 грамма. И предлагается кисточка для нанесения румян за 375 рублей. Вот так. Ну, к румянам я неравнодушна, поэтому сразу остановилась у них. Но они и тратятся очень-очень медленно. Дальше средства для ногтей. Женские блузки вот такие интересные на девушке. Видно, что низ прозрачный, верх идет поплотнее. Очень интересные женские кроссовки вот такие за 1400. Мягкие, удобные. Новинка тут сумка. Сумочка такая, вроде и на мешочек похожа. Ну вот так вот смотрится она. Дальше. С мамой на одной волне. У девочки платье подходит под мамину, наверное, тунику, вот эту блузку, что ли. Вот такие рюкзачки. Белый и темный. У меня такой есть. Беленький. Новинки, обувь и сумки. Ну, видно, я долго уже не буду. Тут тоже все новинки. Украшения. Немножко отсвечивает, да? Вот это красивое. Кто любит такие массивные немножечко украшения, то на лето, мне кажется, очень красивое. У него цена 700 рублей. Дорогая. Вот такие украшения есть. Это браслетики. Новые часики за 1500. 1500, да? Интересный органайзер. Видно такой. На две секции разбит. В одной много отделений. И второе одно большое. И вот так оно все смотрится. Можно сложить в мелкие отделения, например, трусики, в большое маечки, да, мужские. Либо носочки как-то сложить. Ну, так вот интересно. 40 на 32 и на 11 сантиметров. Очень красивая боди женская, 1500. Красивый вот этот костюм. Женская пижама. Тоже тут новинки есть. Две штуки в комплекте. 1600 за обе. Каждая по 800 рублей получается. Вот такие вот лосины, наверное, да? Леггинсы. Женские леггинсы. Детские вещи.
женские брючки. Я тоже смотрю с вами первый раз, поэтому немножко останавливаюсь. Самой интересно поразглядывать. Сумки, кошельки, шарфики. Разные варианты. Вот тоже кошелечек такой оригинальный. Зонтики. Вот такая сумочка летняя, интересная. Неплохая цена у очков. Ну, тут всего понемножку. В основном украшения. Новинки есть в футболке, например, розовенькая. Пульс, два сердца, один пульс. Водички за 399 рублей. Мне понравилась женская. В нее входит груша, черная фиалка и сандал. Приятный такой аромат. Он и сладость имеет, но не приторную, и подойдет даже на лето. Достаточно нежный аромат, и он не тяжелый. Наверное, туалетная водичка это. От Color Trend декоративная косметика. Клеарскин. Дальше, наверное, пошла серия линейка Нью. Можно выбрать себе комплексный уход, то есть по типу своего лица можно выбрать уход. Я не буду сильно останавливаться. Это знакомые линейки. Поэтому я так потихонечку буду дальше двигаться. Если где-то не замечу новинку, то извините, я случайно. В этой линейке хорошая цена. В предыдущем каталоге за мили каждое средство по 145 рублей. В этом каталоге 185. Поэтому если что-то нравится из линейки Avon True, то лучше взять в каталоге номер 10. Там и милю заработаете себе, и средства возьмете. Любой второй 109, первый 219. Это такая серия, такая акция в Планете Спа. С того разворота. Немножко, наверное, далековато. Тут все знакомо, поэтому я так не буду сильно задерживаться. Уже пролистаю чуть быстрее. Два брать выгодней. В линейке Kea. Солнцезащитные средства. Для подтягивания фигуры разные средства. Skin So Soft. Такая обновленная линейка. Ну и дальше идет для волос. Любая сыворотка 179 рублей. Предлагают выгодные уходовые средства.
для волос. Так, тут видно. Новинка шампунь 250 миллилитров, 85 рублей. Она же шла с прошлым каталогом в фокусе, но я не стала брать. Так, витаминный комплекс 2 в 1. И бальзам, и шампунь, и ополаскиватель. Ароматом цветка лотоса, базилика и базилика. Набор 250 рублей. Тут клубника и белый шоколад. Такая вкусняшка. Новинки в больших версиях, которые я потеряла. Они еще есть. Это хорошо. Дезодоранты по 75 рублей шариковые. Заряд свежести. Мужской гель для душа. Он же и шампунь. Hello Kitty. Вот прям такая линейка представлена. Большие объемы гелей. Пены. Клубник со сливками сделано в большом объеме. Также для ног большой объем есть крема смягчающего. Купи любой шампунь и закажи маску за 59 рублей. Набор из 5 средств. Входит новенькая водичка 399 рублей. Кроме водички входят вот еще 4 такие хорошие, кстати, средства. Мне кажется, выгодный этот набор. Обратите на него внимание. Давайте я вам поближе покажу, что входит. Видно, да, маска для волос. Увлажняющий гель для душа, цитрусовый заряд. Пена для ванны 500 мл, сочная манго. Охлаждающий лосьон-спрей для ног, экзотический рай. И вот туалетная вода Paradies. Супер. 400 рублей, хорошая цена. Так, и карандашки за 119 рублей. Это замечательная цена для карандашей. Предлагается 3 варианта. Карандаш для глаз диамант, мой любимый. И также карандаш для бровей и разные цвета. Отличная цена. Единственное, что скидка будет не больше 15%. Давайте любимый фокус. Что же будет новинками аж в каталоге номер 12, посмотрим. Это интересно даже мне. Выгодно продавать для представителям. Это аромат Incandescence. 2 штуки и более, тогда 40%. И то же самое касается фаровой. Тоже, если вы продали 2 и более водички, то 40% скидка. New Club предложение. Яркие новинки. Давайте я так чуть поближе покажу. Можно выбрать один из 3 наборов. Вот такие. Новинки следующей компании. Набор полное очищение. Пенка для лица. Влажные салфетки 3 в 1, сокращение пор и блеска. И очищающие средства для лица с отшелушивающим эффектом против черных точек. Вот такой Clear Skin в новое оформление. Soft Mask
Твои розовые мечты. Вот такая новая водичка будет. Цветочный аромат. Входят альдегиды. Ух ты. Пион и мускус. 299 рублей. Также новинки будут внутриэффект. Вот такие. Вот такие. Для 55 с плюсом. Новые средства. Здесь новый будет гель для душа. Давайте тоже поближе посмотрим. Так, чуть-чуть, чтобы было удобно. Щедрые сокровища Африки. Крем-гель для душа. Аромат ванили и жасмина. Да. Пена с ароматом bubblegum. Наверное, очень-очень вкусно. Я думаю, ребенку надо будет взять 500 мл. Классно. Свобода от перхоти. Шампунь за 89 рублей. 2 в 1. Ополаскиватель тоже входит. Тут написано. Далее. Skin So Soft. А, тут, наверное, набор. За 199 рублей можно взять вот такой набор. Гель для бритья и такие два средства знакомые. Тут набор лавандовое удовольствие. Спрей дезодорирующий для ног. И маска для ног. А сюда входит сухой шампунь и расческа такая. Тоже набор. Можно брать наборы в неограниченном количестве. Но цены минимальные. Тут уже стандартное предложение. И предлагаются вот такие еще новиночки. На девушке они представлены. Вот так. Блузка за 965, сумки, шарфик. Вот тут тоже на девушке его видно, и часики. И вот на девушке. Последняя страница. Ароматы. Вот такие оригинальные ароматы. Не сразу поймешь, что это такое. Кажется, что две лампочки разноцветные. Одна для него, вторая для нее. И давайте посмотрим, что за ароматы. Видно, да? Вот. И для него, и для нее. Такие интересные водички. 499 рублей. Я же загляделась. Так, что еще мы посмотрим? Давайте распродажу посмотрим. Я сегодня очень медлительная, потому что с вами смотрю, мне самое интересное. 750 рублей вот такой набор Prima. И тут мы попробуем уже побыстрее. Просто проедусь. А вы постарайтесь успеть увидеть, что предлагается. Так, и последняя страничка. Тени еще допродают. Вот так. Радуга скидок. Предложение действует с 13.06 по 3.07. Давайте посмотрим. Я еще не очень поняла, что это. Что тут за предложение? Кому оно?
Ну, давайте я вот так пролистаю, а разбираться придется позднее. Тут несколько средств. Кто считает, что я должна сначала разобраться, а потом объяснять, то это не так, потому что когда я получаю Avon, у меня уже вся почта забита просто, что Света, глядеть будем вместе, мы на все согласны, лишь бы ты по-быстрому нам все показала сразу, как только получишь. Поэтому я, конечно, снимаю сразу, где-то оговариваюсь, где-то говорю ляпы какие-то, что-то не вижу, потому что смотрю через окошечко. Но, тем не менее, стараюсь показать сразу. Ну, понятно, да, тут предложение про мили, я молча показала, пока болтала. Ну, а тут вроде как эксклюзивно представители, кто-то может что-то выиграть. Ну, не что-то, а поездка. Каждую неделю. Я думаю, вы тут все прочитали, да? Потому что я просто показала как информацию. И вот так еще покажу. Может быть, что-то тут важно, вы прочитаете сами. Все. Вся печатная литература закончена. Показала я все. Таким будет 11-й каталог. Мне кажется, много интересного, как всегда. Avon умеет привлекать. Если не каталогом, то фокусом обязательно. Так что будут новые заказы, как у меня, так и у вас. Надеюсь, со мной было интересно, надеюсь, я не утомила. Всем до новых встреч и всем пока!